Вера Брежнева, безусловно, является одной из самых ярких и сильных звезд. Певица регулярно попадает во всевозможные рейтинги. Она несколько лет подряд возглавляла список самой сексуальной женщины журнала «Максим», а ее сногсшибательные наряды всегда вызывают бурные обсуждения. У Веры есть чему поучиться в вопросах стиля. К идеальному стилю она пришла не сразу. На заре своей карьеры, когда Вера была еще солисткой группы «Виагра», она появлялась в куда более откровенных нарядах намного чаще. С тех пор ее стиль претерпел большие изменения. Победили элегантность и осознание того, что в женщине все-таки должна быть загадка. Все части тела разом, звезда давно не оголяет. Вера умеет выбирать наряды, которые максимально выгодно подчеркивают ее фигуру и не перегружены аксессуарами. Она внимательно подходит к выбору одежды. Я долгое время не интересовалась своей внешностью, носила короткую стрижку, считала себя некрасивой. Когда я дралась со сверстниками в школьном дворе, я снимала очки. Я знала, что если разобьются мои очки, то папе придется отдать за новые всю зарплату. В нашей большой семье каждая вещь была реально на вес золота. Я всегда понимала, насколько тяжело родителям нас поднимать, а позже, насколько тяжело зарабатывать собой. Сегодня, когда я могу позволить себе покупать вещи без жестких ограничений по бюджету, я все равно всегда задумываюсь о том, насколько мне необходима та или иная вещь. Я за то, чтобы во всем была мера. Забивать свой гардероб однодневками я считаю абсолютно бесполезным. Даже свои платья с выходом на красной дорожке я отдаю сейчас в сервис по аренде платья. Мне приятно думать, что таким образом я помогу, например, молодой маме сэкономить и выглядеть при этом шикарно. Для вечерних выходов она отдает предпочтение однотонным платьям, компенсируя цветовую гамму роскошью кроя. Черный и красный явно относятся к ее любимым цветам. Наряды этих оттенков певица часто выбирает для появления на публике. Но большее восхищение вызывают концертные костюмы, свободолюбивые, экстравагантные, в которых Вера похожа на настоящую богиню. Вне съемочных площадок и концертных залов Вера часто отдает предпочтение нежным пастельным тонам, ведь светлая гамма идет очень блондинкам и придает образу романтичности. Стиль Веры в повседневной жизни значительно отличается от ее сценических образов. На замену ярким помпезным нарядам приходит комфортная одежда, в которой певица добавляет нотки особой женственности и утонченности. У нее безупречный вкус и чувство стиля. Выбежать по делам без шпилек уже давно не преступление. Вера не боится выглядеть не как звезда. С годами ее стиль стал более выраженным, узнаваемым и утонченным. Молодым девушкам, которые с чрезмерной серьезностью относятся к своей внешности, хочется сказать: расслабьтесь. Внешность, конечно, важна, но гораздо важнее ваша энергетика, харизма и доброта. Уверенность в себе не приходит просто так с возрастом. Это долгая работа над собой. Ее стиль отличается легкостью и свободой. Стиль, которому хочется подражать.